«Новые классики в моем городе». Так называется проект, который сотрудники информационно-библиотечного объединения Заречного представили на международный конкурс учебных предметов «Вкупе». Цель проекта – с помощью материалов в соцсетях привлечь молодежь к чтению, заинтересовать книгами. Некая такая закуска перед основным блюдом, которое разжигает аппетит. Потому что основная, такая конечная цель как бы проекта, это все-таки привлечь аудиторию к первоисточнику. То есть, чтобы человек, вот посмотрев вот этот наш видеопродукт, захотел взять в руки книгу, познакомиться с ее автором, с этим произведением, с героями. То есть, чтобы он приобщился к чтению. В рамках проекта планируется создать серию видеороликов с малоизвестными фактами о литературных произведениях. В материалах будут проводить параллели и искать связи с нашим временем и реальностью. Заречного. Кто такие Тимур и его команда в то время? Мальчишки и девчонки, которые помогали и людям, да, нуждающимся в помощи. И сейчас в нашем современном мире, в современное наше время, у нас тоже есть такие люди, которых мы называем сейчас волонтеры. Правильно? И вот как бы если бы Аркадий Гайдар попал к нам в город, а у нас, мы тоже знаем, в центре «Ровесник» есть штаб волонтеров, вот как бы соединить, понимаете, вот то время тех, Тимура и его команду, и современных наших волонтеров. А еще можно вспомнить, что волонтерский центр расположен в бывшем здании школы номер 223, рядом с которой когда-то стоял памятник Аркадию Гайдару. Требования времени таковы, что все больше событий сейчас происходит именно в онлайн-пространстве. Учреждениям, в частности библиотекам, приходится придумывать новые формы работы. Это труд, это фантазия, это творчество, все это нужно соединить и так, чтобы это было интересно и чтобы это было как динамично. Проект «Новые классики в моем городе» стал победителем международного конкурса «Вкупе». В ближайшее время сотрудники информационно-библиотечного объединения начнут публиковать видеоролики в соцсетях. Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио, компания «Заречный».